А вообще? Из доступных. Там лучше, наверное, только вот этот вот стрела, вот эта с Муразонда, блядь. И то не факт. Это еще надо тестить, блядь, лучше она или не лучше. Скорее всего, выбор все равно лучше. Есть? Владикону ничего не Пусть надо. хуярят. У Мне консилятора ничего есть не надо. мнение или нет? Уступлю. А, вот все, консилятор берет, значит, мне похуй. Я короче, если что, жду. Я отдыхаю, сижу. Был. Он там вторая строчка по ДПС или что-то такое. Не, Слава, ему еще... У него же 4 куска. Вот ему открыть 2 куска надо. Вот он откроет 2 куска, у него еще больше ДПС будет. Он сейчас 26 хуярил. Он сделает 4 куска, у него, блядь, ну, по логике, да не, больше. На роботе АДКшники под 40 дают. Да, АДКшники на роботе дают 40. Но он не бисовый, у него нету... этого. У него нету ШМ, а ШМ очень много дает АДКшнику. Вот. Ему вот надо геровый выбор. Ну, 4 куска ему открыть. Ему тупо 4 куска открыть, у него 35 где-то будет, 34, я думаю. Обычка стоит. Нет. Пойду пока почилю. Минут 10. Есть что в игре? Стоит Гера. Или в Дискорде. Этот ЮВК, да? Один вот у входа стоит почти. Притон. Сейчас, блядь, прогружусь, нахуй, меня выкинуло просто. Thank you.
Убей. Здорово! Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, повис, могут пережить испытания, все нормально, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Приставок, дайте там. А, пристани. 5, 4, 3, 2, 1. Глеб, ты до сих пор хилишь? Ай, хуй знает. Я думал, хоть тут дадут побить. Мне ничего типа не сказали по этому поводу. Кислотную, ребят. Правую, так сказать. Не этого, а то. Этого мне это. Больше недели. Я понял. Короче, кто сведет его в Рязани, так сказать, там тему убили. Да похуй, у нас ханты есть, которые есть еще, которые берсу дисплей. Не снимается в Гере. Ну, похуй. Он уже настроился ловить. Я ловлю постоянно. Хорош, блядь. На тотемы, если что, тоже говорится, вырезается в них. Да нихуя. Врезается, он даже в десятке нахуй врезается. Вот смотри, давай тут проверим, блядь. Я вот сегодня в десятке был через это. Я хочу быть. Смотри, я вот не убираю. Ну, ладно, ебать. Ага, да. Хорош, блядь. Кто это? Это тотемы, блядь. Кто поймал-то? Не, ну который называется бесы демона, бля. Пиздец, выкинь нахуй демона. Нахуй эти бесы, блядь. Сказал Лем. Так у меня бесов-то нет. Чё будет ты пять? Будет Т5, нахуй. Чекайте.
Оп, кто поймал? Нихуя! Он врезался! Охуеть! Не тотему нахуй не мешает, В 100 ЕП сверху, да? Охуеть! Охуеть, ебать! Дай свит. Охуеть, ебать его в рот. Не врезался. Как так, блядь? Потому что мы отбежали. Я свиток просил. У ебать, какие башмаки хапаловские, ебать. Ля, все, не, бис нахуй, бис, шмотки падают. Рыба есть. Бис, шмотки падают, надо сюда ходить постоянно, нахуй. Рейд бисовый, блядь. За 1200 ЕП. Да какие тут нахуй 1200, блядь, тут хотя бы сотку дали бы. Я уже прыгнул. Прям щучкой в него. А в прошлой неделе мы не на джаре вайпнулись? Мы, да, мы на самом лучшем боссе вайпнулись. Готовьтесь к бою. У меня один палец. У меня один палец. Да всем полезно. Пофиг про твой средний палец. Ну, большой, то есть. Один палец. Я маленький, не знаю. Не смогу нажать. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... Эй, блядь! Готовьтесь к забвению! Готовьтесь. А кто такой дилдострел? А как там эти стаки называются? Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Спасибо, что объяснил, блядь. Пожалуйста. Сила пустоты. Че, тебе объяснили? Нормально. Ладно, разберемся. Вот они. Ну, вроде здесь спейлил, там хуй знает. У меня их не видно, блядь. Ебать, все нахуй на распыл нидю, блять. Чертеж можно, кузнечку. И теперь вас ждет новый противник. Твои собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише, успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Ой, блядь. Чё? Что это? What disconnect?
Ой-ой-ой. Disconnect. Вот здесь. Нигеры, пидоры. А кто их позвал? Никто не говорил с ними. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Аванта. Что такое? Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Все, забагали инст. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь... Хуета этот... вместо твоих рыцарей. Мы вызов Орде. А кому тут что-то надо? А что тебе надо? Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, ну, ок. Что ждет нас в будущем. За Орду! Второй ряд между Друлем и Хантом. Ханта? Не смогу я его брать на себя. Он далеко. Алиса? Это Хант, он не подойдет. Если его не притянуть. Five, four, three, two, one. Алису верните.
так. И я резнул взятого. Бабл снимет кто, нет? Получается ГП. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Давай, спекнусь. А можно уже все попросить? Прошу, Дживсы. Привет. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы королевича. Пусть состязания начнутся! Ну, вообще без разницы. Угу. Стартуем. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича,
чем могу быть полезен? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Да пусть так, о, в двух танках и отстают. Каждый танк возьмет по жуку, да и все. По два. Но. Почему в три? Зачем четыре? А потом заводить под босса, да? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы возникли целую... Ну, тогда надо сферку под мобов. Империю, на которой вы так бездумно построили свою... Ему надо под его двух мобов. Под жуков. Они зароются. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать... Ты же, наверное, сбить можешь, нет зарывания? Но... Я понял, нахуй. Да не надо, куда? Три хила захиливается спокойно. Пусть знает. Ща, ману резну. Там вот кукмастер танка, спрашивает, под танка, куда что грипповать. Грипуют сферу под танка с пула. Под мои танка. Юля, ты с той стороны. Я звездочки справа здесь ловлю. Она тебе сферу ждет. А, такой. Да, да, да. Ты уводить сам будешь? Так, я на кого частицу? На тебя? Или... А, танка. А, окей, я понял. Тогда я на Костя. Он на Юле держит. А, ты в танке? Мне только сейчас это показало. Понял.
Five, four, three, two, one. Лёха, дай фридом. Слева от лужи встань, Аек. Аек, куда бежишь? Стой! Все друг в другую сторону ушли. Заходи на лужу, на лужу. Кинул Боб. Беги, малышка, беги! Могу сказать. Еще есть Боб? Гомосек. Да взрывай ее. Все в звезду бежим, ведем до конца, до стены прям. А вот она есть. Какая из них? Дальняя. Лёха, дай фридом. Где? Босса. Объясни, что не так с Бобом было. Ну объясни, блядь. Хорошо. Силовой плач. Ну. Ну. Добро пожаловать на испытание.
Такой ты жук, ебать. Слава. Ну, а косяк-то в чем, блядь? Давай на это. Дай плащ. Да. Я тебе говорю, блядь. Дубина просто, блядь. Да нихуя не понял, кто ты. Понятно, нахуй. Короче, Боб дается из того, ебал, блядь. Короче. Продлить время. Продлить время. Ну и чё, была цель за друидом, за ним шли шипы, ну я кинул. Да, только они ж не били его. Понятно. И Боб даёшь перед тем, как догоняют шипы его. Дай плащ. Нароу плащик дайте. Дай, всем нужен. Прости меня, прости, прости и отпусти. Ну, блин, да. Ну не повезло, блядь. Да, давай все на распыл мне скидывай. Тут соглы. Сука, да чё, блядь? Блядь, заебал. Гомосек, заканчивай. Пожалуйста, не испорти. Прощай. Хуя не испорти. Все, заебал гомосек, блядь, молчи, нахуй. Да. Не-не. Там есть дилдострел. Минус мораль. Че это, блядь? 80. На трансмог заберу. Где у меня еще сейчас? Ой, а там тесак, блядь. Ну. Мясника. Нормальный такой. 36. Плащ. Давайте плащик, да. Сюда всем по одному. Не надо. Бля, погнали в Каругер. Долгонок не... Дальше разбирайтесь. Ну, в теории я могу и 277 забрать ЗС, но он не падает, поэтому дай тому, кому надо, блядь. А, он тут без ГП, типа? Конечно. А тебе он... Холидринг, жалься. А, ты же, типа, не хочешь колбу носить, да, Холидринг? Ну, да. Я понял. Ты хочешь ПВП-шные хостовые носить? Я? Он нет, хочет две ПВП-шные на что ты на хочешь, гамазек? Хочу плащ. Он хочет ПВЕшную хостовую и ПВП-шную. Могу и так. Или хэпал, как с Бопом разберешься, так будет плащ. С кем разобраться? С Бопом. А вы чтобы меня не кикали, я тогда чаще буду посещать. И с Бопом разберусь там, и все как надо. Нихуя себе угроза, блядь. Нихуя себе, блядь. А что-то я не понял. А что 300? А вообще-то 50 попыток, ничего? Что 50 попыток? Это в первый раз. Ну все, в следующий раз сделаем байп один. Так, вот запомни, Слава, не даешь плащик, а потом кикаешь меня, сука, говоришь бич, ДПС нет. А где ж он появится? Вот это хуйма. А кто у нас появился? Ты лучше на гомосек танка одевай. А, мораль вернулась. Так.